Здорово, ребят, с вами Илья, и это наш Игродень. Я обещал, что буду держать вас в курсе дел по игрушке Call of Duty для мобильных телефонов, и сегодня есть огненная новость. Поехали! Дело в том, что, ребят, сегодня появился сайт с предварительной регистрацией на получение бета-версии игрушки Call of Duty. Отличие ее от остальных в том, что это именно китайская бета-регистрация для Call of Duty Mobile, и она, по идее, на днях должна уже быть доступна. Тут будет открыта регистрация для iOS и Android пользователей, и все, что вам нужно, это по ссылочке перейти и подать заявочку. Ссылка будет в моем топе, как обычно, туда заходите, находите ее в списке и после этого регистрируйтесь. Там сразу предупреждаю, все будет на китайском языке, но есть желтая большая кнопка посередине, и нам нужно на нее нажать и авторизироваться через мессенджер. Там по классике это будет WeChat или QQ мессенджер, и один из них вы должны использовать. После этого мы будем уже ждать саму бетку и надеюсь, что в ближайшие дни она все-таки будет нам доступна. На самом деле как-то уже поднадоели эти регистрации, и хотелось бы, чтобы уже поскорее игрушку нам показали, пусть хотя бы в каком-то бета-таком тесте. На самом деле я не мог об этом вам не сообщить, понимаю, что, наверное, и сам уже поднадоел с этими регистрациями, однако, кто его знает, может быть это последний шажочек, чтобы игрушку получить, и было бы, наверное, неправильно с моей стороны, если бы я просто так промолчал. Короче, ребят, еще раз, ссылка в описании, переходите, пробуйте, регистрируйтесь, и будем ждать игру, и как только она появится, я, конечно же, вам сообщу. Ну а так, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и тогда вы всегда будете в теме всех новиночек для мобильных телефонов. Ну и скоро еще увидимся. Пока!